Тверской области прошли соревнования среди подразделений специального назначения силовых структур. В соревнованиях приняли участие тверские подразделения спецназа ФСБ, отрядов «Гром» УМВД, СОБРа и ОМОНа Росгвардии, а также «Рысь» областного управления ФСИН. Соревновались спецслужбы в личном и командном зачетах по стрельбе из снайперских винтовок. Все участники продемонстрировали высокий уровень мастерства, а обмен опытом еще больше повысил профессиональные навыки. Мероприятие показало хороший уровень взаимодействия. А это немаловажно, ведь зачастую силовикам различных ведомств приходится совместно решать сложнейшие задачи по противодействию преступности. Хорош. Житель города Конаково осужден за массовое распространение экстремистских материалов. Воспользовавшись аккаунтом в социальной сети ВКонтакте в открытом доступе, теперь уже осужденный с целью возбуждения ненависти и вражды к лицам кавказской и иных неславянских национальностей, разместил несколько аудиозаписей, признанных экстремистскими материалами, запрещенными к распространению на территории Российской Федерации. В судебном заседании житель Конаково вину в содеянном признал и пояснил, что не знал, что размещенные им аудиозаписи являются запрещенными. Постановлением Конаковского городского суда Тверской области гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2500 рублей в доход государства. В Пролетарском районном суде города Твери осужден житель Клина, который ударил гитарой по голове пассажира железнодорожного вокзала. Злоумышленник был установлен и задержан транспортными полицейскими. Это случилось в декабре прошлого года. В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Тверь поступило телефонное сообщение из больницы скорой медицинской помощи Твери о том, что из пешеходного тоннеля железнодорожного вокзала станции Тверь к ним доставлен 33-летний мужчина с переломом костей носа со смещением и кровоизлиянием в мягкие ткани. Сотрудники транспортной полиции выяснили, что молодой человек в здании старого вокзала станции Тверь познакомился с компанией музыкантов, которые приехали на железнодорожный вокзал, чтобы снять видеоролик в подземном переходе. Мужчина решил пройти с ними и понаблюдать за процессом. Во время подготовки к съемке между одним из музыкантов и потерпевшим произошла словесная перепалка, которая переросла в драку, в ходе которой и был нанесен удар гитарой. Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался 18-летний студент из Клина. Было возбуждено уголовное дело. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Приговором Пролетарского районного суда города Твери мужчина признан виновным и приговорен к наказанию 1 год условно с испытательным сроком 1 год.